Ты моя лесная девушка. Хочешь, я подарю тебе все звезды? А я тогда разбросаю незабудки по небу. А я опущу небо на землю. Закрой глаза. Свадебное ожерелье. Сегодня я поговорю с отцом. Вот увидишь, у нас все будет хорошо. Утро холодное, Александр. Ты простудишься. Иди в шатер. Чем люди живут? Просто...
забиты. У людей череп до кости на рукавах. Наше дело сторона. У нас своя жизнь. Кто знает? Кто знает, чавалы? А перед бурей не мешает поплотнее опустить пологи шатров. Да, листок забыл. У нас праздник. Зара! Сотого человека! До утра гулять будем! А? Такой пир устроим, чтоб весь мир узнал! Нас будет сто! Аристо! Постой, брат! Такое дело, я же за твоим конем ходил. Ходил, смотрел, а тебя все нет и нет. Ну и продала твоего коня. А как я без коня ушел? Да деньгами вернул, за столько продал, за столько вернул. Хочешь больше дам? Зачем мне твои деньги? Мне конь нужен. Да ладно, не кипятись. Я обязательно что-нибудь придумаю. Придумаю. Денег мне не нужно.
Да, проси да, больше, Наур! Вожак сегодня добрый! Ты подумай! Нормально! Все? Все нормально? Кормит? Хир! А то! Ну что там мой мишка заскучал? Ну кто его, чавалы, побой? Давно от меня награды! А что у тебя есть? Я просил только то, что ты не делал. А чем тебе не награда, а? Я буду бороться, Крепс. Выводи медведя! А за мной не хочешь побороться?
старший меня спрашивает. Слушай, ты как? Царик безопасности населения и во избежание беспорядков, как на линии фронта, так и у наших доблестных боев, приказ. Всем товарам цыган, кочующим по территории страны, немедленно следовать со специально отведенной администрацией земли для дальнейшего проживания и работы там. Неподчинение данному распоряжению карается разделом. У нас больной ребенок. Ее надо в больницу, иначе погибнет. При приближении табора или отдельной группы к большому или малому населенному пункту на расстоянии километра расстреливать без предупреждения. Вы никому зла не причиняли! Молчать! Охман будет вас вести. Каждое его слово для вас закон. Все понятно? Не слышу. Понятно? Понятно! Приступайте к исполнению приказа. Вожак, поднимай табор. Не будет сотого с ним. Не будет! Thank you.
ее сам похороню. Я дощечку разрисую белыми цветами. Спасибо, народ. Что случилось? Девочка умерла новорожденная. Ясно. Теперь порядок. Когда ты смотришь на нас, от тебя холодом веет, как из ямы могильной. Все вы смертны. Это ты верно сказал. Если вы задумали меня убить, это ваша участь неизменна. Без конвоира вас расстреляет первый же патруль. Просто так. За то, что вы цыгане. Объясни это как? Кратко. Ганга сделала все, что могла. Она так о родном сыне не заботилась, как о ней. Я знаю, Кир. Знаю. Хочешь, я посижу с тобой? Спасибо, Наур, я с медведем. Последняя смерть в таборе. Thank you.
слезы. Мой брат, на котором я настолько ночей провела без тебя. А теперь я знаю, в жизни женщины имеет значение только те вещи, которые связаны с любовью. Хочешь, я уничтожу все. Все, чего твои руки касаются без меня. Ты ревнуешь меня? И я ревную тебя каждой минуте, которую ты прожила без меня. А я и не жила. Думал, что твоя красота намертво привитала Лаци.
гордился тем, что каждый в таборе хотел бы иметь такую покорную жену. Жалкий слепец. Но прежней Лиссандры больше нет, Хинг. Я встретила ее снова и будто заново родилась. Опомнись, ты ослеплена, постыдный бог. Это не похоть, Хинг. Это любовь. Ты думаешь, что ты говоришь? Ты жена Лаци. Если жены начнут бросать своих мужей, мужчины задирать юбки чужим женщинам, то табор превратится в волчью стаю, готовых перегрызть друг другу горло. А в моем таборе должны царить мир и согласие. Да с таким мужем, как Лаци, любая другая женщина была бы счастлива. Но не моя вина, что я встретила Аристона только сейчас. Да, ты прав, любая другая, но не я. Ты думаешь, почему у меня до сих пор нет ребенка? Потому что я бесплодна? Нет, я травой берегусь. Лаци об этом не знает. Но не его семени дано родить во мне новую жизнь. Одумайся. Не случайно весну назад из его шатра сбежала жена. Так и должно было случиться. Его женщина, я. В громадном лесу я нашла то единственное дерево, которое выросло только для меня. Хорошо. Хорошо. Ты права. Вот видишь, Хим, ты понял. Ты хороший. Ты добрый человек. Да, я хороший, я добрый. Но я не могу быть добрым, Лиссандра! Я вожак! Оглянись вокруг! Идет война! По пятам за нами тащится смерть. Нас перегоняют, как скот. И в это время ты нарушаешь самый древний, самый главный обычай, который заставляет людям думать. Ты хочешь, чтобы табор стал похож на подводу с обезумевшими лошадьми, которых несет по бездорожью. И чтобы все разлетелось на куски, чтобы я благословил тебя на это. Нет, я, вожак, прошу тебя, отрекись от любви. Взяться за топор, тогда табор может захлебнуться.
убийца в собственной крови. Хотите вы этого? Нет! Хотите ли вы, чтобы брат не доверял брату, друг убивал друга, сын боялся отца, а мать прокляла грудь, вскормившую таких людей? Хотите вы этого? Нет! И я не хочу. Лиссандра опозорила нас. Похоть ослепила ее. Неправда! Я люблю Аристона! Ложь! Любовь — это согласие. Ты дала согласие стать женой Лацки. Принадлежать только ему. Вот это высшее согласие. И есть любовь. Ты предала не только своего мужа. Ты предала всех нас. Без табора. Ты предала все, чем жили наши отцы и деды. Так пусть исполнится их закон. Не забей ее до смерти. Бей, если сможешь. Бей, Лаце! Бей эту потаскуху! Гордыня не покинет ее. Лацин, ты имеешь право бросить Лиссандру. Табор тебя за это не осудит. Нет, Хим. Даже мертвым я ее не оставлю. Аристон! Ты знал, что Лиссандра жена Лацина. Ты знал, что Лацин любит. Ты знал, что не имеешь права смотреть на нее, на чужую жену. Знал? Знал. Я все знал, но без нее мне нет жизни. Ты будешь жить без нее. Без всех нас, без табора. Мы изгоняем тебя. И ни один табор тебя не примет. Правильно, вожак. А все его добро бросим в общий котел. Нет! Не до конца соблюдаешь закон, вожак. Разговор у меня должен быть с ним на кнутах. Это ничего не изменит. Зато сведет с ним счеты. Раз и навсегда. Будь по-твоему. Thank you.
что за дело? Здесь за лесом село есть. Мужики тамошние лес корчуют, километры двух от села. Я хочу, чтоб мужчины моего табора поработали здесь на корчевке. Ни пять, ни неделю. Деньги нам не нужны. Будем брать за работу едой. С ума сошел? Я тебя распустил. Ты время тянешь. Вы должны двигаться дальше, вы пойдете. Без еды все равно не дойдем. Сходи в село, найди начальство, договорись. Пусть дадут разрешение. Сходи, договорись. Вот ты сходи, договорись. Ты же знаешь, что будет. В лучшем случае поголят нас оттуда, либо со мной приведут взвод автоматчиков, и тогда... А ты отдай вот это начальству. Может, они и подобреют цыгана. Богатый ты человек. Это не я. Боже. Это казна табора. Все давали, у кого что было. Ладно. Договорились. Цыган! Сколько времени с вами? Хочу спросить. Что вы за люди такие, а? Сам говоришь, люди. Разве этого мало? Ни дома у вас своего нет, ни места на земле, ни по-божески. Бог создал землю и человека. А это уже люди стали решать, кому где жить. Поэтому и тесным стало на этой земле. Дом-то свой должен быть у человека, вожак. А у тебя есть? Есть. А чего ж ты не там? Кончится война, вернусь домой, не беспокойся. А кто там у тебя? Семья, мать, отец, сестра. И жену туда свою приведу. Если надо, будет новый дом поставлю. Значит, дом там, где семья? Конечно. Да твоя семья здесь, со мной. Выходит, и дом здесь, и так всегда будет, каждый день, каждый час, чем плохо. Да какой это дом? Какой это дом? Одни пятки бросили на землю, постель, другие натянули шатер. Какой это дом? Жили бы как все. Как ты? Взять как ты винтовку и идти убивать. Кто и зачем? Тебя и таких, как ты, на эту землю. Хотя ты же себе врагов не сам выбирал. Другие их за тебя выбрали. Жаль мне тебя. Ничего у тебя своего нет. Даже врагу. Первую ночь были, а сейчас, пока по лбу не треснешь,
заметит. Лиссандра, ты, наверное, Ладца любовным зельем опоила, признавайся. Знала бы любовь, нашла бы против любви, освободила бы его. Вот вернется мой после проклятой корчевки, так я на всю ночь поле утащу, без всяких изделий. Бесстыжие! Бесстыжие! Юница среди вас, а вы языками чешете. А, пусть все знает. Ей скоро свадьбу играть. Не будет никакой свадьбы. Будет, девочка, будет. И за руки возьмут, и в шатер ведут. А это не всегда. Тогда я руки на себя наложу. Или уйду к тому, кого люблю. Пусть меня бьют судом, как Лиссандр, я тоже не издам ни звука. Гарда, ну почему ты молчишь? Я ведь сына твоего люблю. Знаю, знаю. Но вся моя жизнь была подчинена закону табора. По-другому я думать не умею. Я здесь с местными властями разговариваю. Не будут они больше вас держать. И побрякушки им ваши больше не нужны. На, возьми. Это все? Все. 2 дня. Отдыхаем, Румалове? Думал, слово отдыхаем, мы и позабыли. Нам разрешили еще поработать здесь 2 дня. Да мы сдохнем здесь за эти 2 дня. Ой, чёрта мы здесь надрываемся! Ради жалких харчей! Ты что, вот, на солнце перегрел? Возьми кувшин, попей воды, полегчает. Полегчает? Да не полегчает, вожа! Вот ты лучше скажи, куда дел драгоценности, которые мы все собрали в казну табора? Я расплатился за работу здесь. Расплатился? А может, себе забрал? Или со своим дружком-конвоиром поделил, а? Не то говоришь, уж вор! Уйми! Рот закрой! Я расплатился за выигранное время. Оно сейчас важнее всего. Даже важнее еды. Там, куда мы идем, боюсь, одна работа будет. Могилы себе копать. И если что-то может помешать, хотя бы на день, зубами уцеплюсь. Все отдам, потому что одного дня может не хватить, чтобы спасти. Вот ты не спасайся, а с меня довольно. Ухожу я из табора. Ты знаешь, что без моей воли из табора никто уйти не может. Я уйду, и плевать я хотел на твою волю. Что? Время сейчас такое, ребята, что каждый сам за себя должен думать. И то сказать, парень, ты прыткий, изворотливый. Может, ты сбежишь горькой участью. Кто еще? Может, ты кратко? Попробуй. Может, не пристрелит. Да что ты, Хим, что ты? Куда же я денусь от голодных детских ртов, Хим? А ты на ур? Детей у тебя нет? А с больной матерью чего считаться? Не... Пусть подыхает. Не говори таких обидных словки. Я всем вам говорю, кто будет защищать наших женщин, детей, стариков, если вы все разбежитесь. А если работа какая подвернется, где мне взять лишнюю пару мужских рук? Ничего, поработаешь за двоих, и сынок у тебя, видишь, какой здоровенький вымахал. Поправитесь. Ты все это затеял, Ужгород. Поэтому тебе скажу, ушедший из табора, не хочу я думать о том, что будет завтра. Хочу жить сейчас, сегодня и здесь. Жить так, как и весь сволочной этот мир живя. Надо будет ограбить, ограблю. А убить, знаешь же, убью. Эх, Надя, Надя, чего в роли дадут? Ах, на лачу сло, а мы таки омрода дуро, ах, на лачу лидо сло.
святым захотел стать, да? Только святые там, на небесах, а не на этой грешной земле. Вожак, эй, Янош, кэра теперь твоя. Дарю. Шляйна лапы, бородяя. Шо? Я кого? Ганда, ну почему ты молчишь? Я и сына твоего люблю. Вся моя жизнь была подчинена закону табора. По-другому я думать не умею. Тогда я буду думать по-другому. Вы просто не любили своих мужей. Одни законы подчинялись, другие шатер побогаче выбирали. Так ведь вообще было все равно, на кого выходить. Вы не любите своих мужей. Вы их боитесь. Не говори таких обидных слов, Кера. Мы своих мужчин правда любим. Мы просто не умеем по-другому жить. А ты поступай, как знаешь. Я, мать, осуждать тебя не буду. Идут мамини, идут мужчины наши. Ромале, значит, я решил так. Вот в этом селе мы обменяем наших лошадей на продукты, иначе мы не продержимся. А подводы кто тащить будет? Сами потащим. Не осилим, Хиль. Осилим, нам спешить некуда. А с конвоиром я договорюсь. Да. Скажи, ну когда ты поговоришь с Крецо? Уж вор ушел из табора? Ну зачем мучишь детей? А? Да, пора свадьбу готовить. Праздник нужен людям, праздник. Свадьба!
Oh.
тебя смотрю. Вон ты какой сильный. Нет, ты не подумай, я не голодный. А вот он. Кто? Медведь. Он когда голодный солдат, он все перервет. Ну ты же знаешь моего Фильку солдата. Умница, а не медведь, умница. Знаешь, у нас однажды в большом городе сын звали работать, большие деньги обещали. И ты, конечно же, не пошел. Нет. Вот и дурак. Почему ж дурак-то, солдат? Нельзя табор без нас, Фика, нельзя. В медведя большая сила есть, это я тебе говорю, солдат, я. Солдат-медведь же, он не человек. Он это не ест, а это не смотрит, это не нюхает. Ты что ешь? Похлебку. Знаешь, какой Мишка похлебку любит? Страсти. Давай, Мишка. Thank you.
спросила. Погонь! Погонь ты! Погонь! Вот мы теперь с тобой поменялись. Теперь на твоей стороне сила и право. Ну что ж, стреляй! Надо бы тебя убить. Да все же человеком зовет тебя. Дерьмо! Что, Кар? Что ты, родная? Успокойся. Успокойся, я с тобой. Все как. Встать! Успокойся. Сейчас мы пойдем в шатер. Ты поспишь, а утром я тебя разбужу, и мы пойдем с тобой рассвет встречать. И ты босая будешь бегать по росе, я тоже башмаки сниму. Знаешь, как приятно по росе босыми ногами шлепать? Этого я на ужин учил. А потом мы заберемся с тобой на самую высокую гору, откуда видно всю землю. И ты увидишь, как человеческие жизни сливаются в одну общую реку. И эта общая человеческая жизнь должна быть счастливой. А как же иначе? Ты что, я правда не испугался, что я могу выстрелить тебя? А? Да ты сумасшедший! Такой же, как все. Почему у меня не выстрелить? И только у тебя была! Не в ней сила, солдат! Тебе бы надо это знать! Врешь! Сегодня у кого винтовка, тот и бог! Вожат! Не выживет тот бог, который ружьем машет! Не выживет, Михаил! Да ты хоть знаешь, куда я вас стихаю? Ты знаешь, что такое места отведенные для проживания и работы? Вас всех сверут в одном месте, чтобы потом тихо уничтожить! Знаю. Но ты этого не сделаешь, понимаешь? Ты этого не сделаешь, конвоир! Янош! Невесткой я ввел свой шатер Кэру. Невесткой она в нем и останется жить. Даже если родной сын забудет дорогу к моему шатру. Кэра, вставай. Thank you.
Александра, ночь сегодня тёплая. Ты можешь выйти. Знаю. Может, ты
Александру хочешь погибить? Или Ладце задумал убить? Нет, Ладце здесь ни при чем. Александру невозможно убить. А на него у меня рука не поднимется. И надоели вы мне с вашей Александрой. Ну что мне с вами делать? Что мне с вами делать? Я не знаю, Хим. Не знаю. И без нее мне нет жизни. Должен уйти навсегда, Аристо. Я люблю ее, Ладце. Нож. Я не стану с тобой драться. Тебе придется. Можешь убить меня, но за нож я не возьмусь. Да нет. Лицо так! Оно будет внушать ужас и страх. Прости, если сможешь.
ним. Нас не будет, а она останется. Ее любовь останется, ее мужество. Про наш табор будут говорить, это тот, которым жила и сам. Зачин и гердя. Пусть смертью своей искупит они грехи наши.
кому суждено жить дальше. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи! Скоро меня самого нужно будет еще играть.
знаю, о чем каждый из вас думает. А почему я это должен сделать? Почему он на меня, на одного, все взваливает? Ну вы поймите, ведь я тоже человек. Димаша, позовите Крайца. Собрались с Хим. Трогаться надо, Хим, трогаться. Может быть, деревню помогать сейчас встретил. Если конвоир разрешит, я и Мишку своего в пылях спущу. Знаете, как накормить могут провал? Знаете, как накормить могут? Крыцо! Что? Табор голодный. Что, Хим? Медведя заколоть надо. Что ты? Что ты, Хим? Встань. Нам тоже нелегко, Грэс. Да устали просто нелегко. Устали за него. Так надо, Грэс. Так надо. Я его от вас давно прячу. С тех пор, как вы на моего Вильку по-другому смотреть стали, выше на моего медведя. Дети голодные! Дети, Кретто! Thank you.
всегда был особенным человеком, художником. Ты видел то, что не видят другие, но ты не был безумцем. Мой ум как никогда чинит. Поэтому я пойду туда, где стреляют, стану между ними и буду сеять смерть направо и налево, направо и налево. Как христиане сеют хлеб! Я ухожу! Кир! Оставьте его. Пусть идет. Пожалуйста.
богатство. Ты мне передумай, что? А раз богатство есть, то и туда тоже. Нет никакого богатства, господин лейтенант! Слово дай! Нет! Ты конвоир! Так точно, господин лейтенант! А как этот табор оказался за 200 миль от положенного места? Ты что? Блутарь, господин лейтенант! Блутарь! Блутарь! Так точно? Да я тебя за это... Ты все понял, цыган? Быстро тащи мечту. Кто нарушит этот закон, гнут мне.
эту чашу за детей наших и скинем с головы иней, поднимем, поднимем и скинем с головы иней, поднимем. Чарки, а чарки.